По Южноафриканской республике прокатился мощный шторм. Он принес с собой шквалистый ветер и проливные дожди. Жертвами бури стали по меньшей мере 3 человека, еще столько же получили ранения. Разбушевавшаяся стихия повалила десятки деревьев и повредила автомобили. Люди спасаются от наводнения на крышах домов. Под удар стихии попал и популярный среди туристов портовый город Дурбан. Там ураганный ветер развернул контейнеровоз, который перегородил вход в гавань. Еще 3 судна выбросило на сушу, позже их удалось стянуть на воду.